Мне так часто снятся годы, когда строились заводы, шел прогресс. Наворачивают слезы, томны стали целлюлезы, ГЭС, ТСАС. Но давно уж все иначе, спят заводы под собачий вой, вой, вой. А здоровые ребята у компа сидят с горбатою спиной. В общем, проблема компрессора этого в том, что он заклинил. Я проверил капаситоры, и капаситоры в порядке, то есть конденсаторы стартовые и рабочие. И давление было в системе всего лишь 7,3 PSI, это говорит о том, что здесь утечка 100%. И, скорее всего, его заклинило от того, что он просто не охлаждался. И, скорее всего, ему необходимо будет менять его все уплотнители силы. Вот, как видите, я сейчас открутил всю эту фигню, и просто-навсего никакого тут давления не было. По протоптанной дороге выстилает русский блогер шаг, шаг, шаг. Мускулистыми руками ставит теги в инстаграме, лайк за лайк. Так, мягко говоря, этот конденсер-юнит просто неподъемный. Весит он, наверное, порядка 40 или 50 килограммов. Все благодаря этому фаллическому компрессору, который очень тяжелый, который является полугерметичным. Semi-hermetic compressor, refrigeration compressor. Вас заманит в инете партнерские сети, загрызут ваши хейтеры, хейтеры. Вы бы все отложили, зная, как вы нужны нам, юмористы, креаторы. Приходите, парни, на завод, видеоблогинг уже не в моде. На ютубе нынче не везет, зато всегда везет на заводе. Вот бы все вангаи на завод зашагали, восхищая народ. Алюминия телеги, это круче, чем теги. Итак, что же у меня здесь такое? Как я уже говорил, это semi-hermetic compressor, полугерметичный компрессор. У него здесь есть специальная пушечка, которая показывает уровень масла. И, в принципе, сейчас я вижу, что здесь масло то ли нету, в общем, непонятно, либо оно какое-то черное. По крайней мере, я сейчас вскрою эту крышечку и посмотрю, что там происходит. В общем, снял я вот эту голову. Вот она, красивая такая, тяжелая, мощная. Я даже не понимаю, почему такая тяжелая, нахрена? Можно же сделать было намного все дешевле. Ну да ладно. Какие-то вкладыши. Приходи на завод, приходи на завод, на завод, на завод. Здесь не то, что в интернете, на заводе нету сплетен, драм, драм, драм. Греет сердце вам мгновенно, теплота печи доменной там, там, там. Мы не будем так строги, мы же знаем, без влогов лишь упадок вас ждет. Но неведомо нации круче коллаборация, чем все вы завод. Приходите, парни, на завод, видеоблогинг уже не в моде. На ютубе нынче... Видим, что масло там абсолютно грязная, просто отвратительная. и а вот это поворот, а вот это поворот. Я нашел проблему, и проблема довольно-таки очень большая. Смотрим вот сюда, и что мы видим? Шатун поршня просто отломался, и он прям вон уперся в корпус, то есть сломался шатун и уперся в корпус. Вот и все, вся проблема. То есть это полный капремонт этого компрессора. Все, и в принципе вот, пожалуйста, рабочий компрессор. Он начал крутиться. И он один поршень довольно-таки очень плавно и классно молотит, вообще просто как по маслу идет, вообще здорово, как настоящий двигатель внутреннего сгорания. Сейчас я в таком состоянии его попробую запустить, подключу к нему питание. О, вот он. Вот он, дорогой шатунишка. Так, и подключаю питание. Так, аккуратненько. И, в принципе, как видим, компрессор прекрасно работает, как и весь, в принципе, конденсер юнит вместе с вентиляторами и прочими вещами. Засим, в принципе, сейчас я разберу вот эту часть переднюю и буду сливать масло. Так, что на сегодня имеем? В общем, развалившийся шатун сломанный, двигатель у нас нормальный, все в порядке, все работает. Необходимо заменить все прокладки, шатун, поршень, наверное, нормальный, судя по его внешнему виду. В принципе, все. Найду ремкомплект и буду заниматься восстановлением. А вот и сам коленвал. Хороший, красивый. И второй шатун. Пожалуйста. Because I feel the hallway like no, how we received them here, because it was for us very big today. Oh, really? Because we rented truck and we got both of them same day. Oh, cool. And it wasn't easy to get from the building, from the last owner. actually possibly without that wheels before. Was it just the legs? Do you have a dolly? We have a dolly, but it won't anyway roll. For why I can